Всем большой привет! Сегодня будем печь вкусный домашний хлеб без духовки. Готовится он на сковороде из самых простых продуктов. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! В глубокую миску просеиваем 320 граммов муки. Добавляем 7 граммов сухих быстродействующих дрожжей, 5 граммов соли, 20 граммов сахара, перемешиваем, делаем по центру углубление и вливаем туда 250 миллилитров теплой воды. Размешиваем все до однородного состояния. Должно получиться густое тесто, как на оладьи. Дальше отмеряем 15 миллилитров подсолнечного масла, проливаем его вокруг теста по стенкам миски, а затем отбиваем тесто руками примерно 7-10 минут, пока не впитается все масло. Чем лучше вымешаем тесто, тем пышнее получится хлеб. Теперь наливаем на руку примерно 10 мл подсолнечного масла, смазываем им поверхность теста и миски, накрываем миску полотенцем и оставляем тесто подходить от 40 минут до часа. Время будет зависеть от температуры в помещении. Тесто должно увеличиться примерно в 3 раза. Дальше просеиваем на стол немного муки, перекладываем туда тесто, хорошенько его обминаем, заодно подмешивая необходимое количество муки. Тесто должно получиться мягким, но не расплываться. Мне понадобилось примерно 20 граммов муки. Теперь делим тесто на 8 равных частей. Каждую из них превращаем в шарик. Чтобы тесто не прилипало к рукам и рабочей поверхности, все время припыляем их мукой. Сформированные шарики теста выкладываем в сухую глубокую сковороду с толстыми стенками. Закрываем крышкой и даем расстояться 10-15 минут. По истечении времени ставим сковороду на самую широкую конфорку. При этом включаем самый медленный огонь. Выпекаем хлеб примерно 10-12 минут под закрытой крышкой. Низ хлебушка должен стать золотистым. Затем берем смазанную подсолнечным маслом тарелку подходящего размера, накрываем ею хлеб, быстро переворачиваем и снова помещаем хлеб в сковороду, уже поджаренной стороной кверху. Продолжаем выпекать под закрытой крышкой еще 10-12 минут, до получения такой же румяной корочки, как и в первый раз. Готовый хлебушек выкладываем на доску, накрываем полотенцем и даем немного остыть. Вот и все. Мягкий и очень вкусный домашний хлеб без духовки готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.